благословений, я позволю себе одно из них посвятить моим дорогим друзьям, которые сейчас почему-то держат телефон в руке. Ладно, что вам снять. Спасибо большое, что принимаете меня такой, какая я есть. Это стихотворение я хочу посвятить каждому из вас в том числе. Спасибо большое, что принимаете все, что я позволяю себе делать на сцене или в своем творчестве. Именно это рождает во мне огромное желание становиться добрее, лучше. Спасибо вам большое за это. Каждый ищет по себе людей. Где искать и как? Не знают сами. Выбирайте с честностью детей, с жадными до истины глазами. Смелых выбирайте и простых, времени крадущих на пустое. Выбирайте вечно молодых, выбирайте движимых мечтою, отдающих без желания брать. Тех, с кем можно, позабыв ошибки, жизнь свою, как школьную тетрадь, с чистого листа начать, с улыбки, всем чужим решительный отбой, к черту их. Я выбираю сердцем тех, с кем можно просто быть собой и любить с бесстрашием младенца.